Добрый вечер, меня зовут Анна Норик. Очень приятно. Анна Норик для меня звучит как трансформированная Ани Лорак, да? Очень часто. Да, все есть. Очень сравнивают меня с Ани Лорак. Ну, почему-то. Да, ведь, а вы Петь, это ваша Ани любимая Лорак певица, нет? Ваша любимая певица, нет? Ну, одна из любимых, одна можно из... так сказать. А что вы нам споете, из Ани Лорак или нет? Нет, я спою песню «Руслан и дикие танцы». Отлично. I want you to want me as I dance round and round and round. Shiriki tai, shiriki tane, shiriki tai, shiriki tana. Forever and ever, go, go, go wild dancers. Daina, daina, I wanna be alone. Daina, gonna take my real chances. Daina, daina, freedom ever. Daina, gonna take a wild dance. Come and be mine. Dance together till the end of time. Dance together, go, go, go wild dancers. Daina, daina, I wanna be loved. Daina, gonna take my real chances. Daina, daina, freedom ever. Daina, gonna take a wild dancing. Что может сказать Анна Норик, то есть Ани Лорак, да? Ну что, молодец, с моей точки зрения. Которая из них? А я теперь обе. Обе. Да, обе. Спасибо. Да, я просто теперь понял, в чем немножко мы различаемся в членах жюри. Дело в том, что члены, вот продюсеры, они ищут, вот, складывают из артиста, понимаете, что-то им где-то нравится, не нравится, они потом могут все и сложить. Я так не делаю, поэтому я воспринимаю сразу, так сказать, певец на месте или на месте, что у него, так сказать, с интонацией. Вот. Здесь все в порядке, меня это все устраивает. Спасибо. Да. Анастасия? А я вот не согласна, интонация хромала абсолютно. Давайте не будем спорить. Фальшиво. Вообще, сейчас не будем спорить. А хромой интонации, это... что ж спорить? Ну, для меня это самое страшное, когда вокалист поет нечисто. Не знаю, это номер один. Все остальное потом. Если не чисто, я не слушаю. Хорошо, я учту. Светлана? Не знаю, надо думать. Ну, что-то в этом есть. Но не все, очевидно. Но что-то, это тоже хорошо. Спасибо вам громадное. Спасибо.